Привет, сегодня я буду собирать свой ланчбокс в школу. Ну, так всегда, что у меня сегодня пара только третья, ну и потом завтра у меня будет четвертая пара и пятая. Так что давайте собирать ланчбокс. Так, посмотрим, что тут есть. Пожалуй, я возьму вот так хлеб. Сыром. Вот такой, блин, получилось. Типа складываем. Так, что я еще первое возьму? Мне надо кое-что взять. Короче. Еще я хочу взять спагетти. Так. Так. Блин, морковка нет, не пойдет. Ну, я уже сломала. Так, где же там паны? Возьму сыром. Вот такую спагетти. Так, нужно мне сделать как-то вот так вот. Так, я еще как-то возьму молочный коктейль. Блин, но у меня кружки с собой нет. Блин. Но... О, я могу... О, еще возьму бутерброд. И яблоко. Все, моя диета уже все. И да, хочу вам сказать, что я хотела только что, а потом мы проснулись. Ток-ток. А, кто это там? Кто это? Это учительница Елена Петровна. Что вам надо? Нам нужна Лина Кузнецова. Она сегодня не к паре. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Лин, почему ты все время опаздываешь на урок? Сегодня же четвертая пара. Ты уже собрала ланчбокс. Ты не порти те Маринцы Гирюхи. Ой, блин, я пропёртала имя. Меня же зовут Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, я не могу что-нибудь придумать. У меня ланчбокс, еды там много. Что мне там взять? Так, ну как тебе что-то взять? А ты вообще овощи-то любишь? Нет. Я не знаю. Ладно. Вот такой бутерброд ешь. Бутер. Да, буду класть. О, смотри, мармеладки ты будешь такие. Наталья Сергеевна, а это точно у нее с сахаром? Написано без добавления сахара. А, тогда дайте мне. Так. Эй! Блин, это села. Ай, да зачем я на голову так? Ай, блин. Возьму, короче, вот такой вот бутерброд. Смотри, а можно я возьму такой же худок? Блин. Нет, это моё что-то диета. Еще чипсики возьму. И как там еще? Что там еще я возьму? У тебя есть там книжки, дневник и самое? Ну-ка, давай-ка. Так, по математике. По русскому. По физике.
А где ты вообще твой дневник? Не знаю, я... Она только что была здесь. Я не могла найти. Ну ладно, сейчас я посмотрю там. Где-то там вещички. Офигеть, какие тут классные. Возьму. Элин. Что? Батюшки мои. Наталья Сергеевна, почему вы такие все? Наизусть все выучила. Вот, держи тебе в столько книги. Наталья Сергеевна, мне кажется, плохо. Так, давай побыстрее, у нас сейчас диета будет, экскурсия. Сейчас. Кажется, все пропало. Опоздалось. Одевайся. Какой ты на день, что ли? Я хочу отправить новогоднюю. Сегодня же не Новый год. Боже, я же буду учить. Так какую-то. Я еще вот это пойду. Ну все, собралась. И да, главный ланчбокс не забудь. Ладно. Пойдем. На уж будешь ланчбокс себе. Может, ему это не будет жалко. Сегодня же не зима тут. Ты меня испортишь. Ладно. Все, пошли.